По меньшей мере 70 человек погибли в результате газовой атаки в Думе. Это последний город сирийской Восточной Гуты под контролем оппозиции. Об этом сообщает сирийская организация «Белые каски». Правительство страны уже назвало обвинения в химатаке сфабрикованными. Вашингтон, в свою очередь, всю ответственность за нападение возложил на Россию, которая оказывает поддержку правительственным войскам. Много погибших, в том числе женщин и детей, в результате бездумной химической атаки в Сирии. Зона поражения окружена сирийской армией, поэтому совершенно недоступна всем остальным. Мы молимся за всех умерших, за раненых, за семьи, которые страдают в Сирии. Нет ни хорошей, ни плохой войны. И никто и ничто не может оправдывать использование таких инструментов насилия по отношению к людям. Давайте молиться, чтобы политические и военные лидеры выбирали путь переговоров. Это единственное, что может привести к миру.